بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار العقول بنور العلم فأزال عنها غشاها والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها والسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله Сегодня, иншаллах, хотелось бы напомнить нам из хадиса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, один хадис, но он большой хадис. И в нем заключается, можно сказать, вся акида, все вероубеждение, весь таваккуль, все полагание на Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Специально он длинный хадис, мы на русском языке его напечатали красивыми словами, чтобы каждое слово красиво было переведено. Этот хадис имам Ахмад. Имам Ахмад сказал про этот хадис, что он «А'азаму л-хадис аля ахли Шам». То есть самый великий хадис был для жителей Шама. Идрис аль-Хаулани также сказал, то, что когда он пересказывал этот хадис, когда слушал этот хадис, когда читал этот хадис, «Кана яка'у аля л-арди джафиятан». Он садился на землю, опускался на колени, и то есть перед величием этого хадиса вот так он его слушал и так он его читал. Этот хадис передается от Абу Зарра, радаллаху анху. И этот хадис Аль-Кудси. Есть хадис Аль-Кудси. Вы знаете, хадис Аль-Кудси это то, что на устами пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, передал Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля. Хадис или сунна. كل ما فعل صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سنة пророка صلى الله عليه وسلم это все что до нас дошло от него из его слов и из его действий или из его соглашения с этим вопросом это такой تفسير فقهاء المحدثون те кто занимается хадисами хадисоведением дополняют еще то что пришло от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям мин хулиқин ва васфин то что от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям пришло из нравственности и то что от него пришло из его описания черты лица и тому подобное Аллах субханаху ва тааля передает через усты пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и обращается ко всем его рабам и говорит я ибади о мои рабы Свет включите, пожалуйста, вот наверху, а то плохо видно. Дежурный брат. «Я ибади, о мои рабы, инни харрамту зульма аля нафси, ваджальтуху бейнакум мухаррама, фала тазаламу. Я ибади, куллукум даллун илля ман хадейтух, фастахдуни ахдикум. Я ибади, куллукум жаиун илля ман атамтух». فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الله سبحانه وتعالى برشايت كربام كان нам всем الله سبحانه وتعالى обращается и говорит о рабы мои то есть опять же какое альхамдулиллях От Всевышнего Аллаха Субхану Таля Аль-Карам, вот этот почет, то, что его обращение к нам, то, что верующий человек, он радуется, когда его называют, то, что он раб Аллаха. Это самое любимое было
то, чем звали пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Когда пришли к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и начали делать аль-мубалага фил-васф, и говорили: «Я Расулуллах, я хайрина ва ибни хайрина, я хайруна ва ибни хайрина, ва я сайидуна ва ибни сайидина». Факал: «Я Юханнас, иттакуллаху ва кулу би кауликум, ва ла ястахвиданнакуму шайтан». Пришли сахабы к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О посланник Аллаха, о господин наш и сын господина, он самый лучший сын самого наилучшего». То есть нету сомнения, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он саиду аль-анбия валь-мурсалин, он господин всех пророков и посланников. Но однако он ответил им: «О люди, бойтесь Аллаха, говорите обычными словами». То есть не надо мне там говорить там господин, господин. Некоторые люди, наоборот, не любят там. Некоторые люди говорят, обижаются, если их не называют, если он имамом работает, если ему хазрат не обратились, это для него обидно. Если к нему шейхи не обратились, это для него обидно. Или если не сказали его там: «О, ваше величество» и так далее, это для него обидно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, самый лучший из людей, он говорил: «Бойтесь Аллаха, говорите обычными, простыми словами. Поистине, фа инни абдуллах ва расулю». Поистине, я раб Аллаха. Я раб Аллаха, я посланник Аллаха. فوالله لا أحب أن ترفعونني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. И клянусь Аллахом, я не люблю, когда вы меня возвышаете выше того, чем наделил меня Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. И здесь Аллах обращается и говорит: «О рабы мои, поистине я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами». Сейчас вначале перейдем хадис, потом разъясним иншаллах шарх. «Я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной между вами. Так не притесняйте же друг друга. О рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому я указал правильный путь. Так просите же меня наставить вас на правильный путь, и я наставлю вас. О рабы мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого я накормлю. Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас. О рабы мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого я одену. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. О рабы мои, поистине вы грешите ночью и днем, а я прощаю все грехи. Так просите же у меня о прощении, и я прощу вам. О рабы мои, поистине вы никогда не сможете причинить мне вред, и вы никогда не сможете принести мне пользу. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же, как самые богобоязненные из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем я владею. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивцами, как самые нечестивые из вас, это никак бы не уменьшило бы того, чем я владею. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и обратились бы ко мне с мольбой, и я дал бы каждому то, о чем он просит, то есть все люди, начиная с Адама, алейхиссалям, и джинны, и люди, все бы обратились и попросили бы меня, и я бы каждому дал бы то, о чем он просит, это не уменьшило бы имеющегося у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нем. О рабы мои, поистине это только ваши дела, которые я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них. И тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху. Отключите телефон, пожалуйста, братья. 3-4 раза уже звонит одна и та же мелодия. А кто обретет нечто иное, пусть не меняет никого, кроме самого себя. Раваху Муслим, хадис сахих, аль-Кудси. Здесь, уважаемые братья, в этом хадисе Кудси Аллах Субхану Тааля начал с того, что он запретил зульм, запретил притеснение. Аллах Субхану Тааля сам же подтверждает это в Коране и говорит: «Вама раббука визаллами лил-абид». Поистине, Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами. То есть Аллах Субхану Тааля никогда не поступает несправедливо по отношению ко всем рабам, к верующему, неверующему, только то, что он заслуживает. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама раббука ла язлиму раббука ахада». Поистине, твой Господь ни с кем не поступает несправедливо.
Аллах Субхану Тааля сказал, что сделал запрет между вами, то есть между людьми, зульм, притеснение. Аллах Субхану Тааля сделал запретный. Также не притесняйте друг друга. То есть если это харам, если притеснение, зульм запретный в шариате, то не нужно притеснять друг друга. Аллах Субхану Тааля приказывает нам. Несправедливость бывает двух видов. По отношению к самому себе, когда человек сам себя притесняет, и когда притесняет другого человека. По отношению к самому себе, это самое великое притеснение аш-ширк, многобожие, язычество, когда Аллах Субхану Тааля, когда человек поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля и вместе с ним еще кого-то обожествляет. Аллах в Коране говорит: «Инна ширка ля зульмун азим». Поистине ширк – великое притеснение. Также, когда человек совершает грехи, он сам себя притесняет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда был прощальный хадж на горе Арафа, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к паломникам и сказал: «Инна димаакум ва амвалакум алейкум харам, ка хурмати яумикум хаза фи шахрикум хаза». Поистине, ваша кровь и ваше имущество столь же священны для вас, как этот ваш день, яум аль-Арафа, в этом вашем городе. Было на горе Арафа, яум аль-Арафа. То есть мусульманин не имеет права притеснять другого мусульманина. Один раз, когда мы с одним человеком разговаривали, он сказал, говорит: вот если он так поступит, тогда его честь, там его для меня халяль. Я говорю: как ты можешь сказать, халяль Аллах запрещает? Или его кровь для меня халяль? Аллах субхану ва тааля говорит: харам. Кто ты такой, чтобы говорить, что это халяль? Верующим запрещается поступать несправедливо со своим братом по вере, покушаясь на его жизнь, на его имущество, на его семью, на его честь. Это харам для верующих мусульманин. И мы должны здесь бояться Аллаха Субхану ва Тааля. Может быть, бывает такое, что человек иногда там кого-то хочет обмануть его в имуществе, думает, что все равно он не узнает и так далее. Но мы должны, что нас должно останавливать? Аль-хисаб яум аль-кияма. Расчет в судный день, встреча с Аллахом Субхану ва Тааля. Может быть, тебе не заметят в этой жизни. Может быть, ты не получишь ответа. Может, ты не получишь то, что заслуживаешь, но судный день Аллах Субхану ва Тааля, никуда от этого ты не укроешься. Аллах Субхану также сказал: «О, рабы мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому я указал правильный путь. Так просите же меня наставить вас на правильный путь, и я наставлю вас». То есть здесь иногда человек говорит, думает, что хидая, прямой путь в его руках. Например, когда с человеком общаешься, вот этому человеку нужно сделать наставление, сделать дава, напоминание, а все равно он не примет, все равно он не примет это, не пойдет по этому пути. Здесь мы должны вспоминать то, что «Аль-хидая биядилля». Хидая, вот это прямой путь, в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, даже сказал, что не в его руках хидая. «Иннака ла тахди ман ахбабт, валакин Аллаха яхди ман яша». Даже ты, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не можешь поставить на прямой путь того, кого ты любишь. Если бы он смог бы, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда бы он поставил бы на прямой путь Абу Талиба. «Валякин Аллах яхди ман яша». Только Аллах поставит того, кого пожелает. Также, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дава, Аллах субхану ва тааля в поддержку ему сказал: «Ва ма алейка илля аль-балагу». На тебе только донести. Ад-дава, аль-амал, ас-сабаб. «Валлаху яхди ман яша, ва юдиллю ман яша». А результат уже, кого Аллах пожелает, заблудит, кого Аллах Субхану Тааля пожелает, наставит на прямой путь. Хидая в руках Аллаха Субханаху Тааля. Поэтому у нас спрос с людей не будет за хидая того-то или этого, а будет именно, что мы сделали для того, чтобы ему пришло хидая от Аллаха Субханаху Тааля. «О, рабы мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого я накормлю. Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас». То есть, опять же, ризк, талабу ризк. Мы знаем, что Аллах в Коране говорит: «Аллаху ярзукукум ва ияхум». Аллах вам дает риск и им. Когда человек, например, боится, там, чтобы у них ребенок родился, там, как мы будем его там кормить, у нас у самих там ничего нет. Аллах в Коране говорит: «Аллаху ярзукукум ва ияхум». «Ва ля тактулу ауладакум хашьята имляк». Не убивайте своих детей, боясь, не делайте аборты, боясь, что не прокормите. «Аллаху ярзук». Аллах Субхану Тааля Раззак, Он дающий пропитание. Он вам даст пропитание вашим детям. И опять же, у кого рождается новый ребенок, у кого не спроси, альхамдулилля, с новым ребенком новый ризк приходит к нему. Какая-то работа, какая-то там сделка, какой-то баракат заходит, альхамдулилля.
Если Аллах Субхану нас прокормил, если Он нам дал ризк, что он боится, что он нашим детям не даст ризк? Ризк биядиллах Субхану ва Тааля. О, рабы мои, все вы останетесь нагими, кроме тех, кого я одену. Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. То есть во всем, получается, человек зависит от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Вот эту рубашку, которую надевает, Аллах Субхану ва Тааля дал нам. Мы сделали сабаб, взяли, который Аллах Субхану ва Тааля дал нам сабаб, и Аллах Субхану ва Тааля дал это нам. Аль-мульку куллюху лиллях. Аль-мульк, власть вся принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. О, рабы мои, поистине вы грешите ночью и днем, а я прощаю все грехи. Так просите же у меня прощения, я прощу вам. Как прекрасные слова Аллаха Субхану ва Тааля. Как великодушен и щедр Всевышний Аллах Субхану ва Тааля по отношению к своим рабам, по отношению к нам. Он нам создает творение, Аллах Субхану ва Тааля, указывает правильный путь, посылает послания, посылает, не посылает книги. Аллах Субхану ва Тааля. И даже Аллах Субхану ва Тааля как бы дает нам возможность исправиться, дает нам возможность попросить прощения у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В этом хадисе Ибн Раджаб сказал, что человек должен просить у своего Господа, у Аллаха Субхану ва Тааля, также знание нормы шариата. Аллахумма, как было дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, за Ибн Аббас, Аллахумма факкиху фид-дин, ва аллимху та'уил. О Аллах, обучи его, дай ему понимание в религии, обучи его тафсиру. Здесь Ибн Раджаб сказал, человек должен просить у Аллаха Субхану ва Тааля вот эти вот, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал ему облегчение в поклонении. Аль-ауна аля-та'а. Поэтому, когда мы заканчиваем намаз, всегда просим у Аллаха Субхану ва Тааля, Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. О Аллах Субхану ва Тааля, помоги мне поминать тебя, благодарить Тебя и достойно Тебе поклоняться. Что касательно просить прощения у Аллаха Субханаху ва Тааля, то здесь любой мусульманин понимает то, что он совершает грехи перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Ночью, днем человек, каждый человек совершает грехи. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Куллю бин Адама хатта ва хайру хаттаин ат-таввабун». Каждый из людей, из потомков Адама ошибаются, а лучшие из этих людей, которые ошибаются, те, которые каются, просят у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, покаяния, ат-тауба. «Ат-таибу мин ад-данби каля занбала». То есть тот, кто просит у Аллаха покаяния, тауба, он как будто не делал этот грех. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инни ла астагфиру Аллаха ва атубу илейхи фил яум акфар мин саб'ина марра». Поистине я прошу у Аллаха прощения и приношу ему покаяние более 70 раз в день. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям — это тот, которому Аллах Субхану ва Тааля простил все грехи. «Лягфира лака Аллаху ма тақаддама мин замбика ва ма таахар». Аллах простил тебе все, что было, все, что будет, я Мухаммад. Несмотря на это, он просил у Аллаха Субхану ва Тааля прощения, выстаивал ночные намазы, когда Аиша радиаллаху анха спросила: «Алам югфар лак?» «Я Расул Аллах, тебе же Аллах простил твои грехи?» «Я Аиша, афала акуну абдан шакура?» «О Аиша, неужто мне быть неблагодарным Аллаху Субхану ва Тааля?» То есть я должен его за это благодарить. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит то, что приукрашено для людей в этой жизни любовь и удовольствие женщинам, сыновьям, накоплением, кантарам золота и серебра, прекрасным коням, скотине и таково приходящее удовольствие земной жизни. Но у Аллаха Субхану ва Тааля лучшее место возвращения. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого для тех, кто богобоязнен? У Аллаха есть райские сады, в которых текут реки, в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольствие от Аллаха. Аллах видит рабов, которые говорят: «Господь наш, поистине мы уверовали, прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне». Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения пред рассветом. Это в сурате Аль-Имран Аллах говорит: «Зуйина линнаси хуббу шахвати минан ниса». И так далее. Этот аят, чтобы время сэкономить, иншаллах, вот этот вот перевод этих аятов. То есть, опять же, вот эти вот люди, которые достигли вот этого прощения, достигли вот этого вот райской обители, их качество, первое, что ас-сабирин, терпеливы, ас-садикин, правдивы, они далеки от лжи, валь-канитин, смиренны,
перед Аллахом Субхану ва Тааля. Валь-мунфикин, те, кто тратят на пути Аллаха Субхану ва Тааля, делают пожертвования. Валь-мустагфирина биль-асхар, и те, кто просит прощения у Аллаха Субхану ва Тааля перед рассветом. Также Аллах Субхану ва Тааля в этом хадисе сказал: «О рабы мои, поистине вы никогда не сможете причинить мне вред, и вы никогда не сможете принести мне пользу». Аллах Субхану ва Тааля могущественный, мудрый. Ему ничего не вредит. Если человек ослушается Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, ничем не вредит это Аллаху Субхану ва Тааля. Если человек будет поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, это не приумножит из его богатств. Аллах Субхану ва Тааля ганиюн аниль аламин. Он ни в чем не нуждается, Субхану ва Тааля. Это мы нуждаемся в этих поклонениях. Аллах Субхану ва Тааля, когда во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, люди говорили: вот мы приняли ислам, то есть как будто какое-то одолжение. Аллах Субхану ва Тааля им сказал: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Они говорят: то, что сделали мне одолжение, то, что приняли ислам. Ответ же им: не делайте мне одолжение. Это Аллах Субхану ва Тааля делает вам одолжение, то, что Он вас поставил на путь веры. То есть то, что мусульманин, он молится, он постится, это ни'ма, это фадль мин Аллахи Субхану ва Тааля, ю'тихи ман яша. Сколько людей заблудших в этом мире. Альхамдулилля, то, что ты сейчас сидишь, поклоняешься Аллаху Субхану ва Тааля, это фадль, это подарок от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть тот, кто грешит, он никому не вредит, кроме как самому себе. Зульм ли нафси. То есть он не вредит Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, например, недавно ролик там рассылали в какой-то стране, там танцевали под Коран и так далее. И они хотят тем самым унизить религию Аллаха Субхану ва Тааля. Они сами себя только унизили. И у них будет сильный спрос в судный день, если они не вернутся к Аллаху Субхану ва Тааля, не покаются. Они никому не причинили нисколечко вреда, ни религии Аллаха Субхану ва Тааля, ни мусульманам, а только самим себе. Поэтому Аллах в Коране говорит: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Тот, кто сделал добро весом с пылинки, то есть мельчайшую частицу, увидит его. Чуть-чуть добра сделал в этой жизни, увидишь, иншаллах. И тот, кто сделал зло весом мельчайшую частицу, увидит его. Увидит его. Аллах Субхану ва Тааля также любит, чтобы его рабы были послушны ему. То есть он любит это. Чтобы боялись Аллаха Субхану ва Тааля. И старались не навлекать на себя гнев Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Он радуется покаянию своего раба больше, чем радуется человек, у которого в пустыне убежала верблюдица. То есть был человек, во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, привязал верблюдицу, и там все его богатство сверху на верблюдице было. И она убежала, он потерял ее. Представляете, человек угнали машину, и там внутри еще были у него деньги, все богатство его, все, что есть у него, он потерял. То есть на этой верблюдице, на которой была его еда, питье, и он долго искал ее, долго не мог найти. А когда совсем отчаялся, уснул. И когда проснувшись, обнаружил ее, то есть он, этот сахаба, обнаружил верблюдицу перед ним, он так сильно обрадовался и перепутал, сказал: «Аллахумма анта абди ва ана раббук». То есть: «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». То есть он перепутал это от такой сильной радости. То есть как он обрадовался? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах еще больше радуется, когда человек просит у Аллаха тауба, когда человек после грехов, после зульма, после притеснений возвращается к Аллаху Субхану ва Тааля». Фудайль ибн Айяд, рахимахуллах, сказал: «Куллю лейля», каждую ночь, когда мрак покрывает землю, величественный возглашает, то есть когда ночь наступает, каждую ночь Аллах Субхану ва Тааля обращается и говорит: «Ман акраму минни», кто более щедрее меня. «Умаа залика ан-нас я'сунани», и несмотря на это, при этом люди ослушаются меня. То есть я щедрый по отношению к ним, но они меня ослушаются. وَأَنَا أُرَاقِبُهُمْ, и я наблюдаю за ними. وَأَحْفَظَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, оберегаю их в постелях.
كأنهم ما عصوني, подобно тому, как будто они меня не ослушались. То есть человек ослушался меня, а я их оберегаю, когда они спят в их постелях. Я за ними слежу, оберегаю их, охраняю их, словно как будто они вообще не грешили. أنا الرحمة ومني رحمة وأنا الكريم ومني الكرم وأنا الرحيم ومني رحمة. Я милостив, от меня я есть милость, и от меня милость. Я щедрый, и от меня щедрость. Я великодушный, и от меня великодушие. То есть даже человек, если ослушивается Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля оберегает его ночью, когда он спит, дает ему возможность проснуться. Это милость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. О, рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, обладали бы таким же сердцем, как самый богобоязненный из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем я владею. О, рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, обладали бы таким же сердцем, как самый нечестивый из вас, это никак бы не уменьшило бы того, чем я владею. Опять же, в этих словах содержится то, что сердце благочестивого и праведного человека, у него в нем там скрывается таква. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, 3 раза указал: «Ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна». Богобоязнь здесь, богобоязнь здесь, богобоязнь вот здесь 3 раза указал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана ва тааля дальше продолжил и сказал: «О, рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали бы на одном месте и обратились бы ко мне с мольбой, я дал бы каждому то, о чем он просит, это уменьшило бы имеющееся у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нем». Иголку опустить в океан, сколько оттуда возьмет она воды? Вот столько же, как Аллах субхана ва тааля тем самым нам объясняет то, что все люди, джинны, люди будут у меня просить, я им дам каждому, я беднее от этого не стану. Это не уменьшит мой мульк. Эти слова указывают, дорогие братья, на могущество Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, совершенство Его власти, также на то, что Его сокровища не истощаются и не уменьшаются, когда Он щедро дарует их своим творением. Даже если бы одновременно даровал бы всем людям и джиннам, о чем они просят, это не уменьшило бы того, что у Него. Этими словами Всевышний Аллах Субхану ва Тааля побуждает нас обращаться к Нему с мольбами и просьбами об удовлетворении наших нужд. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ямину Аллахи маля, ла ягидуха сахау лейли ван нахар, а раэйтум ма анфака мунзу халака ссама и вал ард, фа иннаху лам ягиду ма фи ямини». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Рука Аллаха полна и не скудывает от расходования. Она дарует щедро днем и ночью. Подумайте, сколько же даровал Он творением с тех пор, как сотворил небеса и землю. И это ничуть не уменьшило того, что в деснице Его». Раваху Муслим. Также же Абу Саид аль-Худри говорит: когда вы обращаетесь к Аллаху Субхану ва Тааля, «Иза даут Аллах», то есть нужно проявлять настойчивость и просить у Него больше, ибо то, что у Аллаха, не истощается. И когда взываете к Нему с мольбой, знайте, что никто не может принудить Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля к чему-либо. Аллах Субхану ва Тааля сказал: это уменьшило бы имеющее у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды в нем. Однако эти слова не стоит понимать буквально. То есть на самом деле у Аллаха Субхану ва Тааля вообще ничего не уменьшается. То есть это так Аллах Субхану ва Тааля привел для нас пример. И в конце Аллах Субхану ва Тааля сказал: «О, рабы мои, поистине это только ваши дела, которые я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них. И тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретет нечто иное, пусть не винит никого, кроме самого себя». Эти слова указывают на безграничность Его милости, Субханаху ва Тааля, и совершенство, Его справедливость. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал: они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступил несправедливо. Все, что он сделал человеку, он это обнаружит. В тот день, в судный день, Аллах Субхану ва Тааля воскресит всех и повидает им о том, что они совершили. Аллах Субхану ва Тааля исчислил это, а они забыли. Все благо исходит от Всевышнего Аллаха. Он дарует его, кому пожелает, по своей милости, хотя мы не заслуживаем. Мы не заслуживаем это, но Аллах Субхану ва Тааля по своей милости только это дает.
Поэтому Аллах, закончим это наставление, напоминание нам всем ма, словами Аллаха Субхану ва Тааля, где Всевышний Аллах говорит: «Ма асабака мин хасанатин фа мин Аллах, ва ма асабака мин сайиатин фа мин нафсик». То, что тебе пришло из благого, то это от Аллаха, а то, что пришло из зла, то это из-за тебя же самого себя. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من هو على كل شيء قدير اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك فاجمعنا جميعا في دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد